Добрый день, с вами канал «Простые решения», и сегодня мы с вами решим задачу номер 144, информатика Босова, 8 класс. Представьте в форме блок-схемы алгоритм выделения прямой речи в предложении, рассмотрите случаи слова автора перед прямой речью, прямая речь прерывается словами автора и слова автора после прямой речи. Итак, у нас всегда есть блок «Начало» и блок «Конец». Изначально мы вводим предложение. Если у нас есть прямая речь, то мы дальше пойдем по блок-схеме. Если же у нас прямой речи нету, то мы ничего не делаем. Итак, если у нас есть прямая речь, мы смотрим, если это слова после автора, то мы после слова автора ставим двоеточие. Прямая речь заключается в кавычки. И все. Если это прямая речь не после слов автора, то мы идем на следующее условие. Если это прерывается словами автора, то прямая речь берется в кавычки. Слова автора с двух сторон отделяется от прямой речи запятой и тире. Если это условие не выполняется, то есть если не первые два случая, то значит остается, что прямая речь идет перед словами автора. А значит прямая речь берется в кавычки, слова автора отделяются от прямой речи запятой и тире. Ну и на этом наш алгоритм заканчивается. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».